вышел в обедик позагорать на часик. Ну и, так сказать, чуть-чуть копнуть. Думать нечего, копаю. А это старая добрая советская копеечка. Какой там год? 82-й. Красавица. Отличный обедик. Поступил новый интересный сигнальчик. Четкий. Копаю. Оу. Воу. А тут и копать нечего, это пуговица. Обед заканчивается. Тучки подходят, и есть интересный сигнальчик. Ровно прилично. Так, посмотрим, что нам тут приготовило. Текс. Сейчас мы посмотрим, кто тут прячется в нашей ямке. А кто у нас здесь прячется? Так. Воу. Текс. А это троечок. 71-й год. Красавец. Отлично. Обед мой очень-очень скоро заканчивается, поэтому последняя находочка. И на сегодня, наверное, все. Копаю. Текс. Ну где тут пиастры? Сейчас мы посмотрим. Так, не угадал. И это 50 рублей. Год не просматривается. Ну что ж, неплохо копнул. И все, это точно последняя вещь, которую я сейчас выкопаю, потому что обед уже закончился. И как это обычно бывает, интересный сигнальчик. По сигналу современная пробка, но копаю. Тикс. Тикс.
Что нам тут напоследочек приготовили? Муравьи. Экс. Сука. Как солнце пропало, так давай, значит, тут. Так. Ой-ой-ой. И это 5 копеек. Но только измученные жизнью. Отшлифовано в хлам. 61 год. Вот так вот. Пробочный сигнал. И что же получилось в обедик за часик? А в обедик за часик получилось достать 4 монеты.